Привет! У нас уже некоторое время лежит снег. И я подумала, может быть, у нас на скалах достаточно снега, и мы сможем покататься. Но этого я сейчас не знаю. Для того, чтобы это узнать, надо туда пойти. Так вот, я отправляюсь на разведку. Если там действительно можно кататься, то я беру санки и мою сестру Вику. И вперед! Я только знаю, что там очень высокие горки. Если все получится, то это будет экстремальное катание. Ну что ж, давайте посмотрим, повезет нам или нет. Ну, даже если не повезет, то скоро все равно будет достаточно снега. И мы покатаемся. Вот такой у нас зимний лес. Даже белочки есть, зайчики и даже есть лисы. Но я их еще не видела. Хорошо, хоть волков у нас нет. Но есть дикие собаки. Сейчас холодно, и они голодные. Так что одному здесь опасно гулять. Надеюсь, мы не встретим голодных собак. Заметили, как интересно снег прилипает к деревьям? Я сразу подумала, мне показалось. Смотрите, с одной стороны и до самого верха, и по всем веточкам. Можно подумать, что с этой стороны постоянно дул ветер. И снег так прилип. Но ветер дует с другой стороны. Там снег не прилипает. Интересно, с чем это связано? Что прилипает только с северной стороны. То есть там, где всегда мох на дереве. Но если кто знает, почему это происходит, напишите в комментариях. А мы идем дальше. Вот смотрите, а с другой стороны деревья, как будто вовсе снега не было. И вот мы добрались до скал. Ветер тут дует ужасно. Здесь я выиграла. Умничка.
Yes! Фух, это было сложно, Алекс. Скажи, как? Сложно. Ну все, пойдем. Горка есть, но снега мало. Сложилось сегодня, но зато мы проверили горку, а то, может, ее вообще не было бы. А так знаю, что она теперь есть. И обязательно, когда будет больше снега, мы покатаемся на ней. Покататься у нас не получилось, давайте тогда пробежимся. Прощаться. С вами была Мисс Алина. Ставим лайки и не забываем подписаться на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч! Нам теперь ого-го куда подниматься, чтобы вернуться домой. Всем пока!